Дальше. И что мы еще обязаны? Обязаны предложить каждому человеку антиоксиданты. Что это такое? Возвращаемся. Свободные радикалы окисляют жиры. Антиоксиданты, значит, предупреждающие окисление. Это ловушки для вот этих самых свободных радикалов. То есть мы с вами никуда от них не денемся. Мы с вами здесь, ну, к сожалению, обречены, да? Что мы можем сделать? Это проводить, так скажем, компенсацию с помощью приема таких вот ловушек. Значит, одна из формул у нас есть, называется перфекция Айсия держу. Грипайн с синергист-протектором. Грипайн с синергист-протектором. Эта формула признана в Штатах лучшей, как антиоксидантная формула. Основа вытяжки из косточек и кожицы красного винограда. Плюс кора сосны. Плюс различная смесь овощей. Значит, сейчас еще одну единицу нашей компании расскажу. Значит, смотрите. Грейпвайн виноград. Синергист протектор. Ну, что значит этот самый синергист протектор? Такое хитрое слово, непонятное, да? Значит, обычно, смотрите, когда делаются капсулы или таблеточки, вот в других компаниях, кстати, скажу, что для меня вот это вот поиска, 15-я компания. То есть 35 работает на Украине, 15 я попробовала на зуб. В поисках того, что вот действительно было качество, ассортимент, естественно, условия работы. Так вот, в других компаниях наполнителями для порошков, вот как синьки, например, для таблеточек, у нас их немного, но есть, служит обычно соевая мука или кукурузный крахмал. Такой легкий наполнитель. Значит, что делает наша компания в данном случае? Берутся такие вещи, как томат, розмарин, куркума, брокколи и так далее, Все это высушивается, перемалывается в муку. И вот эта вот смесь служит наполнителями для порошков и таблеток. К чему это приводит? Это приводит к тому, что значительно усиливается действие основных компонентов. То есть эффект синергизма. Когда не А плюс Б действие компонентов, а А умножить на Б, умножить на С и так далее. Впервые, кстати, этот эффект был обнаружен именно на морской воде. Вот, здоровая морская вода за полчаса убивает. Микробышку в нее попадали, здоровая морская вода. Так, значит, вот такие вот ловушечки. Значит, грипайн, пожалуйста, больше защищает сердечно-сосудистую систему. Есть антиоксидант, тоже антиоксидантная формула, которая больше печень защищает. Есть defense maintenance, защитная формула, которая больше у нас защищает иммунную систему. Защитная формула, как и называется. Защитная формула. То есть это те вещи, которые мы можем и должны предложить каждому человеку. Это элемент культуры, прием подобных вещей. И плюс есть у нас, конечно, очень большая группа парафармацевтиков. Как это называется? Парафармацевтики. То есть это уже настоящая серьезная фитотерапия. Есть препараты абсолютно для каждой системы. Сердечно-сосудистая, печень, там, кишечник, детоксикация, половая сфера и так далее. Но вот эти препараты лучше, конечно, использовать после консультации врача. Слава Богу, врачей у нас хватает. Если есть серьезная проблема, не беритесь лечить, приведите человека. Пусть он проконсультируется и потратит свои деньги по назначению и получит.